Более 2 миллиардов рублей бюджетных средств направила администрация Уфы на благоустройство столицы в рамках концепции «Город в парке». Еще 150 миллионов направили инвесторы. Концепция реализуется с 2012 года, сообщили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии. За это время благоустроено 72 объекта. Парки, скверы, аллеи, обустраиваются велодорожки, пешеходные тротуары. Работы по благоустройству городских территорий, они производятся у нас ежегодно. И в настоящее время крупные проекты у нас реконструируются. Парк Ашкадан, продолжается реконструкция парка имени Ивана Якутова. То есть данные работы продолжаются из года в год и не останавливаются. Туристический потенциал столицы и вопросы развития сферы досуга обсуждают сегодня участники 7-й международной встречи специалистов индустрии развлечений. Конференция Российской ассоциации парков и производителей аттракционов проходит в отеле «Шератон Уфа». С развитием городской инфраструктуры, конечно же, идет повышенный интерес к городу. И мы, как непосредственный участник приема гостей, будучи отелем, будучи единственным отелем класса 5 звезд города Уфа, с удовольствием предоставим свои услуги по размещению, ведь именно мы находимся в самом-самом сердце нашего города. В течение 3-дневной конференции специалисты индустрии развлечений, парков культуры и отдыха, санаторно-курортных комплексов, развлекательных центров обсудят актуальные проблемы отрасли и посетят места отдыха горожан и гостей столицы Башкортостана.